одной из студий Ленинградского дома радио. Сегодня здесь записывается вокальный ансамбль «Весна». А вот рядом со мной руководитель этого ансамбля Станислав Федорович Грибков. Станислав Федорович, скажите, пожалуйста, как ваш коллектив относится к песням композитора Златы Раздолиной? Нам очень симпатичны песни Златы Раздолиной. Они подкупают искренностью, творческой индивидуальностью, ну и самое главное, очень эмоциональны. Вот и сегодня мы хотим показать свою новую работу, песню Златы Раздолиной на стихи Валерия Амханицкого «Детский рисунок». В передаче принимали участие артистки Валентина Трубицына и Тамара Шемпель, народный артист РСФСР Яков Хамармер, заслуженный артист РСФСР Александр Хачинский, лауреат международных конкурсов Альберт Асаддолин, композитор Злата Раздолина. И звучали ее песни «Я ручей», «Ночь раскинула печаль», «Тропа надежды», «Несколько нежных дней», «Прощальная танго», «Горлинка», «Все с этим городом навек».